Хоккейный сезон в связи с пандемией коронавируса спортсмены так и не завершили. Финал игры за третье место в областном чемпионате федерация решила перенести до момента снятия ограничений. Даты, место и формат проведения встреч обсудят с тренерским штабом и руководством команд. По поводу прошлого сезона ничего не понятно. Также все на самоизоляции, на карантине. Федерация не работает. У нас поменялся министр спорта Нижегородской области. Пришел игровик, он там очень любит футбол, хоккей. Смотрел недавно его интервью. Ну, посмотрим, может, что-то поменяется в лучшую или в худшую сторону. Сейчас спортсмены в отпуске. Активный отдых, небольшие домашние тренировки на поддержание физической формы и восстановление сил перед новым сезоном, курс которого придерживаются хоккеисты. Сейчас коронавирусная инфекция. Ну, и в былые времена, летом, тренировочного процесса не было. Сейчас все тренера в Ледовом дворце официально в отпуске до 1 июля. Была информация, что Ледовый дворец, детская школа начинает работу с 1 августа. Посмотрим, как будет продвигаться открытие школы. Как только Ледовый дворец откроют для занятий, тренер команды договорится о начале тренировок к следующему сезону. Спортсмены надеются, что к осени эпидемиологическая обстановка улучшится, и команда сможет усиленно готовиться к матчам. Дарья Кузина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.